Месяц назад поисковые отряды «Мемориал Родины и Звезда» обратились к краеведам Ликино-Дулевского округа с просьбой помочь найти родственников советского бойца. Его останки были обнаружены в ходе очередной поисковой экспедиции в Смоленской области. К работе подключился отряд «Спектр», и уже на этой неделе красноармеец Степан Петухов вернулся домой. У меня одно письмо есть. Оно от июля 1942 года, в котором он маме говорит, пишет: «Шура, смазывай велосипед, он нам еще пригодится». Он ему не пригодился. Это отрывок одного из немногих писем, которые хранятся у Марины Рыжковой от своего дяди. Петухов Степан Семенович был призван в ряды Красной Армии в 1941 году. Воевал под Ельней и Смоленском, в местах одних из самых кровопролитных боев. Последняя весточка пришла домой в августе 42-го, перед очередным сражением. После этого о красноармейце Петухове не было никаких известий. В 46-м году мама стала искать, обратилась в городской военкомат. Показала вот это письмо, и было еще одно, которое утеряно. Вот. И военный комиссар на основании этих данных, и данных о воинской части, в которой он служил, воевал. Не служил, они воевали. Служат сейчас. Вот. Он сделал вывод о том, что пропал без вести, потому что никаких других данных просто не было. Больше 70 лет родственники считали своего предка пропавшим без вести, пока в этом году к ним не обратились поисковики из отряда «Спектр». Уже была вся информация уже скинута, именно была скинута от поискового движения города Смоленска. Всего три солдата, которые были опознаны именно, и останки оставались в своих собственных захоронениях. Я говорю о захоронениях, что это такое, ячейка солдатская, взрывом накрыло, там так и остался. Вот нашего бойца, его сослуживцы присыпали в землянку, когда был очень убит уже, так скажем, во время боя. Его стащили в воронку, небольшой выкоп сделали и захоронили. Теперь Степан Петухов вернулся домой, в родную деревню Осташково. Попрощаться с ним пришли родственники, односельчане, представители администрации, молодежно-патриотические отряды Ликино-Дулевского округа и Раменского района, совета ветеранов. Племянникам Степана были переданы личные вещи и вся информация, которую удалось раздобыть поисковым отрядам, а также вручена медаль, шагнувшей в бессмертие, после чего красноармейцы проводили в последний путь. Они были от Вязьмы немножко с другой стороны. Вот. И там бои также были, и пытались и выйти из окружения, и воевали, и помогали тем окруженцам, чтобы выходили. Но немецкий натиск четко отрабатывал свои действия. Они просто сдерживали большую группу войск вокруг себя, чтобы в тылу подготовились к обороне Москвы. Если бы не сдержали, то Москву бы взяли бы. Степан Семенович похоронен на местном кладбище в деревне Осташково, рядом со своими родными. Его провожали как героя, который вместе со своими товарищами ценой жизни отстоял дорогу на Москву. История Степана Петухова закончилась. Родственники нашли своего героя. Но на полях сражений лежат еще останки десятков тысяч бойцов, о судьбе которых до сих пор ничего не известно. И поисковые отряды продолжают свою работу. В ближайшие дни отряд «Спектр» отправится в очередную экспедицию в Новгородскую область.